Привет! Сегодня получил на почте очередную порцию посылок. Такое чувство, как будто что-то другое получил. И не будем затягивать, и сразу начинаем открывать. Первый желтый конверт. Открываем. И здесь у нас находится новый формат немножко распаковки. У меня небольшой полуремонт. Меня выселили из моего места. И здесь у нас брелок Дарт Вейдер. Вот такая вот штуковина. Сзади имеется ярлычок, чтобы батарейка не садилась и в дороге он не пищал. И он издает вот такие звуки при нажатии, и светятся глаза красным цветом. Карабинчик, ну, в принципе, достаточно такой упругий. Цепочка сделан из такого ПВХ, или как он, пластик этот называется, софт-тач пластик. Мягенький, приятный на ощупь. Ну, я думаю, любители Звездных войн оценят это по достоинству. Следующую посылочку. Открываем конвертик. И здесь у нас находится вот такая тряпочка. Купончики. Вот такая мешковина. Вот. Это наволочка на подушку, как она там правильно называется, с французским бульдогом. У меня есть свой французский бульдог. Постоянные зрители канала видели, знают. Подушечка где-то 40 на 40 или 50 на 50 приблизительно получится. Ничем не пахнет. Материал... Знаете, не могу вам сказать, если честно, не знаю. Ну, что-то как лен, хлопок какой-то, что-то такое, но не синтетика. Имеется молния для того, чтобы расстегнуть, засунуть туда вашу подушку. Прошито, в принципе, все ровненько. Нигде никаких выступающих строчек нет. Все потому, что все швы находятся внутри. И вы знаете, внутри тоже нет никаких таких жестких косяков со стороны китайцев. Поэтому... Я думаю, такая подушечка будет достаточно неплохо смотреться. Сейчас пойду оформлю ее. Одну минутку. Ну вот, получилась вот такая вот подушечка. Вы знаете, я доволен. У продавца очень много различных рисунков, поэтому если вам не нравятся французские бульдоги или собаки, кошки, можно выбрать, подобрать себе что-то более интересное, то, что подходит именно вам. Ладно, подушка уходит... зрительный зал, а мы продолжаем. Следующая посылочка. Так, и здесь у нас сковородки, точнее не сковородки, а вкладыши на сковороды. Обычных два таких брезентовых блинчика в комплект входит. Стоимость в районе доллара, где-то цена здесь или здесь появится, вы увидите. А также вот можете посмотреть видео, как применять эти сковородочки. Достаточно хорошая вещь. Правда, как и все, выходит из строя. Особенно для тех, кто не любит пользоваться различными лопатками, как я, допустим, что-то жарите, вилкой перевернули, и они, ну, постепенно выходят из строя. Где-то хватает на месяца 3-4 стабильно вот этих блинов, и потом надо его менять. Так. А мы продолжаем. Открываем еще одну посылочку. Что там такое? Все? Это все? Что это? Ёлка. Что за малюпас такой? Какой-то прищепка. Нет, не прищепка. Так. Вроде как вспоминаю, что это у нас какой-то диодик, лампочка для какого-то то ли велосипеда, то ли чего. Вот она у нас вот так моргает. То есть прицепили ее клипсой, и ночью у вас будет немножко лучше заметней. Это, конечно, никакие световозвращающие жилеты или ленты, но почему нет? А, вот, кстати, если здесь присмотреться, есть надпись on-off, куда поворачивать. Сразу не увидел. Но за копейки можно взять. Батарейка есть в комплекте, это очень-очень хорошо. И, кстати, хотел еще спросить,
Может быть, кто-то занимается какими-то дизайнами или просто хорошо владеет фотошопом, и у него очень классная, крутая фантазия. Хочу поменять себе шапку канала и также мой маленький значок, где нарисован почтальон. Если у вас есть какие-то возможности, да, даже не бесплатно, я заплачу. Естественно, я не буду платить бешеные космические деньги, потому что во всяких различных конторках предлагают эти услуги, и в принципе достаточно недорого, там по 150, есть 200 рублей за шапку вместе со значком. Единственное, что я не хотел бы связываться с этими конторами, потому что у них там дурацкие условия. Сразу предоплата, потом мы тебе присылаем эту шапку, а если она мне не нравится, нахрена мне ее покупать? Поэтому, если у вас есть желание, я хотел бы получить какие-то от вас шапки, значки. Если она мне нравится, если вы увидите у меня ее на канале, то я вам за это заплачу. Так пойдет? И мы открываем последнюю на сегодня посылочку. Самая большая. Оставил на потом. И мне прислали бревно. Вроде бы стройкой не занимаюсь, дом не строю. Зачем мне бревно? А это не бревно, это, ребят, подушка. Вот такая подушечка. Сейчас пойду рассажу им окна. Давай, они меня бесят, отойдите. Размер может 7 сантиметров длина, ширина, точнее ширина, высота. И здесь приблизительно сантиметров 35-40 длина ее. Единственное, что выдает, что это не настоящее бревно, вот такой вот хлястик. Made in China, который можно отрезать, оторвать, да, и в принципе. Все прошито ровненько. Ничем не воняет, вообще абсолютно ничем. Запаха ноль. Внутри, скорее всего, обычный поролон. Правда, вот я ее пожмякал, она назад немножко не восстанавливается. Вот у нее есть части, которые уже собираются. То есть поролона, я так понимаю, они все-таки немного пожалели. Надо было им на пол сантиметра какого больше туда впихнуть, и она была бы более реалистична. Но, в принципе, все равно так неплохо. Куда-то положить, грубо говоря, на заднее сиденье машины, и люди будут знать, что вы серьезный парень, при случае чего бревном наваляете. Но это были все посылки на сегодня. Ссылки на них вы найдете внизу под видео в описании. Все я покупал с помощью кэшбэк-сервиса EPN. На него ссылки найдете также внизу под видео. Очень рекомендую, пользуйтесь, экономите нормальное количество денег с посылок, с покупок. Да, с покупок. Пока!